Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Итоги полугодия удовлетворительные, но не отличные. Социально-экономическое развитие региона за первые 6 месяцев года стало темой заседания правительства республики. В целом в Мариэл отмечены стабильные темпы по большинству макроэкономических показателей. Так, темпы роста инвестиций в основной капитал и прирост производства сельскохозяйственной продукции составил соответственно 163% и 122%. Это лучшие показатели в Приволжском федеральном округе. Темп роста в области строительства более 100%, темп роста в области строительства жилищного более 133%, темп роста оборота розничной торговли, объем розничной торговли 106,8%. Все показатели очень достойные. И республика выглядит в Приволжском федеральном округе, в общем-то, по двум показателям первое место мы занимаем. Я могу сказать, что такие темпы мы держим уже последние 13 лет. За счет этих вот темпов мы собираем, как говорится, больше налогов, чем планируется ежегодно, поэтому мы иногда приезжаем в республику и не узнаем. Смотрим новый стадион, новые улицы, новый объект социальный и так далее. Я думаю, что такие темпы надо сохранить, но самое главное, это такая, знаете, плановая и очень кропотливая работа правительства с инвесторами. Для того, чтобы создать им благоприятные условия, инвесторы пришли в республику Мариэл, создали здесь определенный бизнес, платили налоги, заработную плату и, конечно же, новые рабочие места. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.